Всем привет! Сегодня готовим панкейки из банана с медом. Измельчите один спелый банан при помощи вилки или в комбайне. К банановому пюре добавляем одно яйцо. Размешайте и добавьте 2 столовые ложки муки. И разрыхлитель на кончике чайной ложки. Все тщательно перемешиваем и разогреваем сковороду с растительным маслом. Если любите послаще, добавьте пудру или сахар. Выкладываем по одной чайной ложке на разогретую сковороду. Готовим на тихом огне, обжаривая с двух сторон. С медом вкуснее!